Всем привет! По моему фону понятно, что речь в видео пойдет о новой лимитированной ручке Кавека Спорт. Давайте же распакуем ее для начала. Как мы можем наблюдать, коробочка для этой лимитированной ручки также сделана в цвет самой ручки. У всех лимиток коробки отличаются от стандартной коробки черной, которая приходит также в комплекте Кавека Спорт. То есть, если у вас приходит ручка не в коробке в заводской, значит, что у вас, скорее всего, подделка. Сама коробочка от ручки также переливается. То есть, она перламутровая. То есть, даже сама коробка намекает нам о том, что это из серии перламутр. То есть, довольно интересный эффект. Не знаю, насколько на камере это будет видно, но переливается вот таким вот светло-зеленым. Сейчас откроем. И я не упомянула видео, но оно по-любому будет в названии видео. Это то, что у нас эта лимитированная ручка. Называется цвет абрикос. Эта ручка у нас также относится к перламутровой серии. Я попытаюсь здесь снять, показать вот этот ее перелив. То есть она у нас как и коробочка. Сейчас фокус прям отказывается. То есть у нас также как и коробочка, ручка переливается в такой светло-зеленый оттенок, как и сама коробочка. То есть да, это сделана ручка из полупрозрачного пластика. Выглядит очень похоже, как из серии с фруктами у Кавека, где есть банан, мандарин, черника, кокос. То есть из такого же материала полупрозрачный пластик. И из-за этого видны некоторые элементы ручки. То есть сам перьевой узел чуть-чуть просвечивается, потому что он обычно всегда черный. Видно конвектор внутри или сама по себе картридж. Здесь вот внутри у меня ручки также, как обычно картридж. Но необычно то, что картридж внутри в этот раз положили не стандартный синий, а оранжевый Кавека. То есть я вот не знаю, это в этот раз в этой серии специально так всем положили, или это мне так повезло и мне MPM Market положил цвет ручки чернила. Но я пока не буду заправлять, потому что я обычно картриджами вообще не пользуюсь. Я обычно все заправляю с банки. У меня перо F. Я в этот раз взяла F, потому что у меня золотые перья уже есть EF, M, а вот F не было. Вот взяла из-за этого. В общем, ручка, да, переливается. И, как обычно, у нас на всех коллекционных лимитированных ручках написано Collection вместо Кавека Спорт. Сейчас вот еще также здесь можно сравнить с ее ручкой сестрой, которая была выпущена также лимитированно в 2022 году. И сам цвет назывался переливающийся жемчуг, если не ошибаюсь, на русский. А в этот раз у нас ручка под названием абрикосовый жемчуг. То есть жемчужины, это, видимо, у нас будет такая серия, может быть, она будет пополняться, где все они будут с вот этим вот эффектом, что под разным углом разного цвета становится ручка. То есть у нас теперь есть в холодном таком отливе сама по себе ручка и в теплом. Вообще, жемчужная ручка у меня была самая любимая из Кавека. И поэтому я очень рада, что к ней добавилось еще и из похожей как бы серии что-то в теплых тонах. Если будете приобретать данную ручку, пожалуйста, напишите мне в комментариях, вам тоже пришла ручка с оранжевыми чернилами. Мне прям интересен этот вопрос. Почему в этот раз, например, только мне так повезло, что у меня с оранжевыми чернилами, или действительно они поменяли и у всех ручек в этот раз цвет самой ручки сделали чернила, положили.
Вот буду надеяться, что на видео будет хорошо видно, что что-то блестит, что оно переливается. Очень довольно сложно вообще уловить это. Может быть, на ярких солнечных лучах будет отлично видно, но у меня сейчас пасмурная погода, поэтому даже как эксперимент не могу провести, чтобы насколько хорошо будет видно. Вот такой вот небольшой обзор новой жемчужной ручки. Спасибо, что распаковали вместе со мной. Ну а я отправляюсь создавать новую графику перьевыми ручками.